11 мая в станице Северской прошел 6-й ежегодный православный казачий фестиваль «Казак лишь с верою казак». Одно из главных мероприятий для районного казачьего общества традиционно проходит на территории храма святителя Спиридона Тримифунского и начинается с благодарственного молебна. Православная вера издавна являлась духовным стержнем казачества. И в эти радостные майские дни, когда мы празднуем с вами две победы – победу Христа над смертью и вспоминаем победу нашего народа в Великой Отечественной войне, мы понимаем, какую же роль в этих победах играет наше отношение с Богом, наша крепкая вера. И также, вспоминая историю нашей страны, понимаем, что то, что мы сейчас называем казачество, и тому духу казачьему, которому мы сегодня дивимся и говорим, как же нам не хватает сейчас его в наши дни, ведь этот дух тоже сформирован верой. Здесь же провели фестиваль колокольного звона. Лучшие звонари из разных храмов Екатеринодарской и Кубанской епархии показали свое искусство. Воинское мастерство, фланкировку и навыки работы с холодным оружием показали участники районных патриотических клубов. Творческие коллективы представили концерт духовной и казачьей песни. Здесь же представили свои работы кубанские живописцы и мастера декоративно-прикладного искусства. Организовали мастер-классы для всех желающих. Полевая кухня угостила ароматной кашей. Фестиваль позволил каждому гостю окунуться в атмосферу праздника и проникнуться духом истинного казачества.